الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Уважаемые мусульмане, постараюсь довести до вас суть моих слов. Сегодняшняя наша проблема мусульманской уммы – это не в количестве. Мы знаем, количество мусульман больше миллиарда. Такое количество истории ислама никогда не было. Проблема наша в чем заключается? Заключается в ихсане, в качестве. Хоть это религиозном сфере, имане, исламе, ихсане или мирских делах. Мы видим, как у нас качество идет в мирских делах. Когда в мирских делах у нас идет качество плохо в большинстве местах, а как будем смотреть на религиозном стороне. Поэтому мы должны соблюдать качество имана, мы должны соблюдать качество ислама, мы должны соблюдать качество сулуки, воспитания эго. Праведники в своих стихах говорит об имане, чья грудь иманом не полна, увидевши копейку, он создаст себе проблем сполна. Мы видели саудовские ученые десятилетиями создавали свой мазхаб ас-салафия. За короткое время их мазхаб рушился, и никакого пользы она не принес умме пророка, саллаллаху алейхи вассалам, кроме смуты. Почему? Потому что они хотели, чтобы люди знали, познали Всевышнего через призму разума. Мы знаем разум, его действие только анализировать материю под микроскопом разума. Аллаху Та'ала, он не материя. Единственный путь, чтобы мы познали Аллаху Та'ала, это чтобы мы очистили наши души, наши сердца. Единственный путь для этого – путь ихсана. Хоть назовите тасауфом, хоть назовите сулуком, хоть назовите таскиятом, нет разницы. Мы должны поменять понятие людей на правильные понятия. Однажды, когда мы были в хадже, мы наняли таксиста, когда мы возвращали из горы Хира. Он начинал критиковать зиярат, что это беда, что это учение Сауди не разрешается. Мы ему задали вопрос: у вас машина, я вижу, старая. У вас здесь выставки бывают разных машин, которые показывают разные станки? Да, сказал он, мы это в Сирии видели. Думал, что у них тоже должно быть это. Да, сказал он, мы с семьями идем туда и билеты купим. Я ему говорю, когда вы идете в выставку смотреть разные машины, которые созданы не мусульмане, не разве нельзя нам пойти ту гору видеть, который был ниспослан первый аят Икра? Тогда он начинал критиковать учение Сауди. Если ученые Сауди десятилетиями, когда враждовали против истины, обучали бы правителей и простого народа утром и вечером произнести зикру, покаяться перед Всевышним, ночью стоять и
Истигфар делать, салат прочитать пророку, саллаллаху алейхи вассаламу. Забрали бы их с собой ту гору, которую раньше другие ходили туда зиярат, и рассказали бы им, на этом горе был ниспослан первый аят Икра, и забрали бы их туда, в гору Хира, мы нашли бы они на другом облике и на другом характере. Вот этого мы должны знать. Поэтому Судный день нам поможет только чистое сердце, как Аллах Та'ала Сурату Шуара 89 аяте пишет: «Яума ла янфау малун ва ла банун, илля ман ата Аллаха би калбин салим». В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не помогут человеку, кроме тех, кто уверовал и придет Аллаху с непорочным сердцем, чистым от лицемерия или притворства. В наше время проблема еще заключается, что в большинстве местах исламское сообщение и побуждение – это огромное благо. Но беда этого сообщества и побуждения – это отсутствие большинства мест мудрых и дальновидных наставников. Эта ситуация усугубляется тем, что и те истинные наставники, которые есть, остаются незамеченными большинством мусульманском обществе. Как говорится в Коране, Сурат-уль-Араф, 198 аяте, ты видишь, как они смотрят на тебя, но они ничего не видят. Раньше, когда был трудность, цена ученых описывать сейчас я не могу. Цена истинных наставников описывать я не могу. Когда Аллах Та'ала разрешали нам, как мы хотим, и дали нам возможности, чтобы мы поклонялись Всевышнему такими возможностями, нам это все стало каждый день ухудшаться. Тот любовь, который был между двумя муридами, или между учителями, или учениками, сейчас можно сказать, что среди истинного наставника и мурида не остался. Это наша беда. Почему? Потому что арабы говорят: «Ман ахадал билада бидуни харбин». Тот, который брал государство бидуни трудности, яхуну алейхим таслиму билади ани, без никакого трудности издает тоже их. Мы должны шукру делать, уважаемые братья. Если мы шукру мы не будем делать, у нас остается только лишь сура. Как Ибн Ат-Айля Аль-Искандари пишет в своих мудростях: «Ал-а'малу суварун каиматун». Деяние – это как фигуры. «Ва арвахуа вуджуду сирил ихласи фия». А душа у него – это искренность. Мы должны в все наших делах соблюдать искренность. А этом искренности мы не можем достичь, кроме когда мы будем входить в опекунство истинных шейхов. Пока человек не может найти для себя истинных шейхов, вряд ли он дойдет до этого уровня. Мы видели раньше, говорили «таухид, таухид, таухид» или «иман». Почему мы знаем, что стоят утренний намаз? Это для мусульманина, это сунна. А почему мы не встаем? Почему, когда мы знаем, что мусульмане нельзя притеснить мусульманина, мы притесняем? Почему, когда мусульманин знает, что обманывать нельзя, он обманывает? Почему? Потому что у нас истинного имана не хватает. Об этом пишет аль-имам аль-Бажури в своем книге «Тухфатуль-Ахлак».
Тухфатуль-Мурид, он в нем говорится, у имана пять стадий. Первая стадия, это которая у нас большинство, это мукаллид, не знающий, но идет знающим. Идет знающим. И мукаллид тоже у нас очень слабый. Мусульманин должен знать обязательные сифаты, которые Всевышнему. Обязательные сифаты, которые с пророком. Сколько из нас этого знаем? Это дараджатуль мукаллид, можно сказать, подкласс. Потом вторая стадия. Это аль-имануль истидляли. Вера основывается на логических доказательствах. Как мы раньше говорили, логикой можно достичь только, что он знал, есть создатель для этого планеты. Но познать логикой он не может, как говорится аль-имаму Шарани. А следующая, третья, четвертая, пятая стадия. Человек может достичь только через путь Ихсана. А как мы можем достичь в этих стадиях, когда одна часть мусульман отрицает ее, вторая часть просто халатно относится к ней. Третья часть – это постоянное поминание Аллаха сердцем. Это первая часть Ихсана. Иманун ан аян. Потом четвертая стадия – это иманун ан хак. Человек Всевышнего, он видел через сердце. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, до миража много раз видел Всевышнего сердцем. Поэтому в Коране говорится, «Макаддаба аль-фуаду мара» – сердце не отрицал день миража, то, что видел глаз. Почему? Потому что сердце раньше видел, чем глаз Всевышнего. Нам Аллах Та'ала единственный путь дал, чтобы мы познали сердцем Всевышнего. Чтобы мы видели сердцем Всевышнего. Когда мы не знаем Всевышнего и знаем его только логическими доводами, это тоже очень слабый. Первый класс, второй класс. Будет ли мы боиться истины от Всевышнего? Не будет же. Самая последняя стадия – это фана. Это фана. Состояние фана – что такое? Когда человек, смотря на любой предмет, из этого мира его внимание обращено не на сам предмет, а на создателя этого предмета, на его могущество и совершенство. В качестве примера можно привести историю Имра аль-Кайса, который известен как Меджун, Лайла, который был влюблен в Лайлу. И вот однажды он шел, чтобы отнести ее щенка к ней домой. И по дороге он прошел мимо людей, которые совершали намаз. На обратном пути эти люди его спросили, почему он не остановился, чтобы совершать намаз вместе с ними. Он ответил, из-за сильной любви к щенку Лейли я вас даже не заметил. А если бы ваше внимание было обращено на Всевышнего, так же, как мое внимание было обращено к щенку, вы бы тоже меня не заметили. Совершайте свой намаз заново, да смилуется над вами Аллах. Это же хорошие слова. Проблема нашей умми, одна часть региона нет наставников. Мы сами это увидели. Хоть те, которые себя считают наставниками, у них никакого правила не имеют. Когда человек говорит, что он ханафит, он же должен молиться по мазхабу ханафи. Если человек будет сказать, что он шафи, он же должен молиться по мазхабу шафи. Если человек будет сказать, что он накшубанди, есть правила. Если будет сказать, что он ашазили, есть правила. Одно, что нет в многих регионах истинных наставников, поэтому гуляет смута везде, а те места, где есть наставники, хоть они мало, люди смотрят на них,
как простолюдины. Почему? Потому что, когда они много сидят с ними, много обращаются, это становится им как ада. Поэтому Умар ас-Сахаб разиаллаху анху не разрешал кругом Каабы много таваф делать, чтобы на их сердцах стала черный камень и Кааба не таком цене, не таком возвышенности. Раньше говорили, что мюриды не знали, белые волоса на бороде шейха растил или не растил. Они не знали, стеснялись смотреть на их глаза. Сахаби говорят, радиаллаху анхум, когда мы хотели спросить любой вопрос, хоть это вопрос очень ценный, если уйдет пророк, саллаллаху алейхи вассалам, не спросит никого тоже. Мы год не спросили этого, подождали, пока придут к нему зиярат бедуины. У них не было такого адаба. Они спросили все подряд, как мы сейчас, как мы ведем себя, как бедуины. Вот когда они спросили, мы ловили то, что мы хотели спросить. Уважаемые братья, мы должны вести себя как надо. Если мы не будем вести себя как надо, между нами раздоры много будет, проблем и смуты много будет. Почему? Потому что, как мы раньше говорили, то, что достичь без трудностей, легко тоже сдают. Вот это мы должны знать. Поэтому у мусульманина должно быть вирди. Вирди. Как Ибн Ат-Али Аль-Искандари говорит, «Ла варида лиман ла вирда Аллаху». Не бывает духовного роста и высоких духовных состояний у тех, у кого нет вирдов, то есть желательных поклонений, совершаемых на постоянном основе. Раньше мы знали, что после обеденного намаза мюриду гости не ходили. Почему? Потому что они ценили время у него. Если это время мюрид не будет заканчивать свои вирды, обязательно он должен перенести их после ночного намаза, и вирды у него идет в спящем режиме, как у компьютера бывает спящий режим. Раньше мюрид мюриду не ходили. Уважали, ценили время. Наше время самый такой момент, который друг к другу ходят, особенно в кафе, ресторанах сидит, болтает, это после обеденный намаз. Мы должны знать, уважаемые братья, мы много об исламе рассказываем, но статистика такая, что бывает статистикой можно анализировать иман человека. Хоть это акида, хоть это ислам, хоть это тасавуф, таския. Махачкала миллионный город. Если и 100%, 1% вставать на утренний намаз, Махачкале на утренний намаз должен посещать 10 тысяч человек. Когда мы и 100%, 1% мы не встаем на утренний намаз, об каком благополучии может быть речь, особенно наши дни, ночь длинны, от 10 часов до 5 сколько минут, сколько часов. Поэтому надо братья, чуть-чуть постучать рукава, каждый на себя работать. Не на другим работать. Но сейчас придется рассказывать. Один ко мне отправил через соцсети комментария у одного. Я ему говорю, уважаемый брат, зачем тебе комментариями заниматься? Это лишняя вещь. Зачем тебе это? И объяснял ему это. Потом я ему говорю, честно скажи, в эту неделю сколько раз вы утренний намаз стал? Ни один раз сказал, не стал. Ни один раз. Я ему говорю, зачем тебе комментарий этого, того? Не лучше ли тебе заниматься своим намазом? Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, из аламату лицемера,
чтобы он не посещал ночной и утренний намаз. Проблема в наше время, каждый хочет ревизию дела другого. Сперва у своего дела ревизию. Если человек будет свою ревизию делать, в наше время, человек другому, ему время не хватит, уважаемые братья. Уважаемые братья, вот это мы должны знать, уважаемые братья. Дай Аллах Та'ала тауфик нам, чтобы мы шукру делали. Не только рассказы останавливали. Рассказывая экономику бизнесменам не станет. Рассказывая обличение здоровым не станет. Рассказывая религию богобоязненным тоже не станет. Никто сейчас нам не мешает. Наша обстановка лучше, чем в любом арабском государстве. Мы же видели арабский мир тоже. Что нам не хватает? Красивые мечети, красивые медреса, четырехразовое питание для муталимов. Мы в свою жизнь такого роскошь никогда не видел. Больше что нам нужен? Просто шукру надо делать, уважаемые братья. Если шукру не будет делать, когда-нибудь отнимут от нас то благо, которое не видели наши старики, которые мечтали, которые ходили в Москву, чтобы открыть мечеть, не центральный, квартальный, нам же все дал. Просто придется уважать друг друга. И объяснять. Дай Аллаху Та'ала нам тауфик. Для этого, если у меня такие ошибки случились от меня, прошу извинения от вас тоже. Почему? Потому что у нас русский язык не как гладкий, как у других. Вальхамду лиллахи раббил аламин. Ваш русский язык в сердце заходит, Али Хаджи, поэтому мы все поняли.